Друзья, здравствуйте! Сегодня мы готовим мороженое. Мороженое будет на основе сливок, персика или нектарина и шоколада. Готовится просто из натуральных продуктов. У меня сегодня 500 мл сливок, 36% жирности. Я взяла 80 грамм шоколада. Еще компонентом одним у меня будет сегодня персик. Персик или нектарин? Нектарин лучше, он кисленький. Персик, если вы используете, то желательно снять шкурку. У меня был перезревший большой персик. Я сняла кожицу и нарезала кусочками мелко. Сейчас мы подготовим шоколад. Его нарежем кусочками. Нарезали шоколад, готовим миску, выливаем охлажденные сливки, добавляем ванилин или ванильный сахар, у меня ванильное масло, готовим сахар и пару щепоток соли. Друзья, на минимальных оборотах начинаем взбивать сливки. Именно на минимальных, охлажденные сливки. Постепенно добавляем мощности миксера и по чуть-чуть вводим сахар. Насыпаем оставшийся сахар, добавляем мощности. Друзья, в сливки мы введем немного пищевого красителя. У меня сухой пищевой краситель красного цвета. Сделаем чуть-чуть розоватое мороженое. При взбивании сливок главное их не перевзбить. Если перевзобьете сливки, у вас отделится пахта и ничего не получится. Когда появляются такие мягкие пики, надо останавливать движение миксера. Вот что у нас получилось. Хорошая масса. Сюда мы вводим рубленый шоколад. Перемешиваем. И подготовленный персик или нектарин. Зависит от того, что у вас на данный момент есть. Перемешиваем аккуратненько. Можно взять персик из компота. Хорошо просушить его, нарезать кусочками и тоже ввести сливки. Готовим форму и выкладываем в форму. И у нас еще осталось немного будущего мороженого, выкладываем в другую форму. Наше будущее мороженое отправляем в морозильную камеру минимум на 4 часа. Друзья, прошло время. Я достала из морозилки форму с мороженым и накатала шариков специальной ложкой. Мороженое полезно и детям, и взрослым, никакой химии. Готовьте так, это очень вкусно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и пока-пока!